8 сентября 2017 год, Харьков. Продвигается строечка на Меридиале. Уже три, это ж три дома, да, возвели. Но все равно интересно мне, как на этом катаке собираются они воткнуть 21 высотное здание. Просто даже из спортивного интереса. Райончик, конечно, замечательный. Гаражи рядом. Пожарная часть, вон она, треугольничек торчит. Настолько близко, что МЧСников можно не по телефону вызывать, а камешки в окно бросать. Экватор. Один из 10, между прочим, соседних супермаркетов. Он еще один строится. Ну, в общем, посмотрим, как это будет выглядеть. 21 здание на вот этом клочке. 21 высотное, я так понимаю, это 13-этажки, что ли. Не самые высокие, будут еще 21, что ли. Ну, не помню, не буду врать. Будем смотреть.